Давид был помазанный. То знаменует, что Божья присутность пришла до живота Давида. А то правит то, что отделывало Давида от тех остальных. А видите, когда мы эти акценты уделаем блбее, так в ту хвилі мы имеем мотивачное христианство. Když мы снажимся один другого к нечему повзбудить, але я хочу сказать, что Давид имел нечто большего, а те большее, то был Божий Дух, который пудил Давида в ту хвилі, když остальные шли спадки. Проч? Потому что они не имели того Духа. Мы говорим о Йозуе и Калебу, а мы говорим, но они были такие просто отданы за свечение и так далее. Не, они имели иной дух. Если ты хочешь иметь иной дух, ты потребуешь глядать Бога. Потому что без Бога ты иной дух иметь не будешь. А можешь мотивировать себя, коли хочешь. Но ты потребуешь Божий дух, который будет запалывать твое сердце, давать тебе отвагу. Мы иногда подценюем Бога. А příliš соустředимся на себе. Что я докажу? Хеле, když на тебе се ступи Божий Дух, будешь чумлять, что докажешь. Гедеон таки мислил, что ничего не докажет. Сховывался там негде, а сказал, кто сам я, ты не сам меньший, проч бы я мусил нечто подникнуть. Але když пришел Бог, так он стал вудцем. Když мы говорим о сильных Давида, а видите, что это написано? Že to byli lidi, kteří byli utlačovaní, byli dlužníci a schovovali se. Nikdo z nich nebyl statečný voják. Oni utíkali a schovovali se. Ale když přišel David a oni přišli pod pomazání Davida, oni stali silnými Davida. A pak přečtěte, co oni dokázali. Jeden šel bez zbraní proti takového Goliáše, sebral mu zbraň a zabil ho. Druhý šel Просто взял некий клацик, а шел против 600 людей. Поставил упростред поле, а захоронил поле. Един против 600. А ты же говоришь, кто на то есть хопин? Откуда достал ту отвагу? А небо можем сказать, ну так мусишь иметь отвагу, как один, поставить против 600. Ты же блазень. Можешь себя мотивировать, коли хочешь, но почураешься вид. Не ж нечто докажешь. Но когда на тебя заступит Божий Дух, так розтергаш льва, як о кузле.